Бутылку я уже обклеила бумагой. Теперь буду обклеивать голову. Для этого я беру полотенце Зева, смазываю клеем с двух сторон. Одеваю на голову и прижимаю. Итак, 2-3 слоя. Я сделала заготовки, чтобы вы меня не ждали, пока я буду мазать клеем салфетки. Прижимаем, формируем. Голова немножко выделялась. Так. Также я обклеиваю само туловище. Еще один кусочек. Вот это я снизу сделаю. Так, болванка готова. Теперь мы должны слепить ушки, щечки, носик и глазки. Вы это можете сделать из массы папье-маше или из соленого теста. А у кого есть глина ДАС, можете слепить глиной. Будет намного легче, конечно, глиной. Я буду лепить глиной. Так, не забудьте про хвост. Хвост вы также берете, я уберу эту болваночку. Поправлю газету. Берем фольгу и формируем хвост. Вот так. Ломаем фольгу и потихоньку сжимаем. Сразу сжимать фольгу не надо. Вот, смотрите, как получается. Такой будет хвостик. Вы ее тоже обклеиваете бумагой Зева и ставите на сушку. Пока отключу.